Михаил Полянский находится на второй строчке по итогам короткой программы. Тренируется в группе Евгения Рукавицына под руководством Галины Кашиной и Ольги Глинки. Евгений Рукавицын уже здесь. Сейчас за прокатом Миши Полянского наблюдает от бортика, равно как и уже прибывший в Казань Дмитрий Алиев. Димаш, СОС. Настоящий праздник дарят сегодня любителям фигурного катания наши юниоры-одиночники. Я вот так вот сейчас прикидываю, ну вот, наверное, начиная со второй разминки, прям можно было наслаждаться буквально каждым прокатом, за редким исключением. Может, чуть ниже общего уровня выступил Макар Солодников, и чуть ниже собственных потенциальных возможностей откатался Генрих Гартунг. А остальные... как дали, так и не отпускают до сих пор. Очень хорошая программа у Михаила Полянского, но, к сожалению, этот результат вполне предсказуем. Обнимает сейчас одного из своих учеников Ольга Глинка, подходит и Евгений Рукавицын вместе с целой группой, уже прибывшей на каток в центре Казани. За
этим прокатом внимательно наблюдали и Дмитрий Алиев, и Артур Даниилян. Вот сейчас и Андрея Мазалева можно увидеть. И Федор Зонов, кстати, продолжает следить за тем, как катаются спортсмены, которые выступают уже позже него. Ну, без четверных сейчас на этом уровне очень сложно конкурировать. К тому же и с неидеальным прокатом, как это получилось у Михаила Полянского. Здорово выступил в короткой программе, забрался на вторую строчку и делал все возможное, чтобы быть максимально конкурентоспособным в произвольной. Но не справился, скажем так, с заявленным прыжковым набором. Были помарки. К сожалению, четверной луз пока только в разработке, пока только в заявке, в реальности лишь 3 оборота, пусть и здорово выполненный на хороший плюс, но все-таки разница в базовой стоимости слишком велика. Оценка за компоненты будет, конечно, высокой, но отставание в технике отыграть Михаилу не удастся. И боюсь, что его борьба за место в тройке сильнейших по итогам этого проката завершена, потому что уж очень крутые и Федоров, и Сарновский, и Зонов, кстати, тоже. Федор с такой феноменальной балетной выучкой, с потрясающей совершенно второй оценкой, пусть даже и без четверных, тем не менее, тоже очень хорош. Пока первая тройка выглядит именно следующим образом. Григорий Федоров, Никита Сарновский, Федор Зонов. Ну, а мы ждем оценок Михаила Полянского, которого поддерживает Евгений Рукавицын, которого на этом этапе сопровождает Ольга Глинка. Ну и вот оценки за произвольную программу Михаила. Неплохие в целом баллы. Обратите внимание на оценку за компоненты. Но при таком наборе нужно чисто кататься, и тогда будут шансы. А сейчас, видите, отставание все-таки уже великоватое.